Так, всем привет! С вами канал RemSynthes. Сегодня находимся мы в Кировоградской области. Тут у нас институт земледелия. У нас тут есть наша сеялка. Сеялка СРЗ 3.0. Сейчас покажем, что у нас тут происходит. Международный день поля, и це приємно, воно дуже приємно звучить, тому що Кировоградщина – це центр України, і ми повинні бути лідерами завжди всьому, і в тому числі і особливо аграрному секторі. Я хотів би вам передати вітання і подякувати за ваш труд від начальника обласної військової організації, Андрія Павловича Ряковича. Він не зміг приїхати, дуже багато справ, дуже багато зараз візитів. Ви знаєте, що і бачите, що відбувається на території України. Ведучий тільки що сказав, що, на жаль, не змогли приїхати наші друзі з Луганська, з Лисичанська, але я надіюсь, що все-таки, що в слідуючому році у нас не тільки будуть з Луганська, Лисичанська, а й будуть з Херсона, Запоріжжя і Криму. От. І тому все це залежить тільки від нас. Дякую. Що стосується сьогоднішнього дня поля, ви знаєте, хочеться вам, вашим працівникам вклонитися за ваш такий самовідданий труд. Мені довелося. Так, ну і тут у нас на демо, на демонстрації наша сеялка СРЗ 3.0. Олександр Ніколаєвич, директор RemSynthes, один із директорів. Як вас краще назвати? Інженер-конструктор? Представитель. Да, не нужно, чтобы вы вот. Это ваше детище, понимаете? Это вот вы придумали. Я точно сказал бомж, я переселенец. Кто я? Так, вы инженер-конструктор. Як Зеленський казав, да, хто я на Новий рік, пам'ятаєте, да? Хто я? Хто я? Ну, ты президент? Ну да. У нас еще кто-то есть. Кроме Зеленского. У меня друзей Зеленских миллион. И повезло с вами. Это да. Мы представляем сейчас электрические привода, которыми могут оснащены сеялки рядковые, рядовые, в частности сеялки предприятия RemSynthes. Они способны управлять валами катушечных высевающих аппаратов для зерновых культур и мелкосемянных культур, комбинированная катушка, и валов туковых высевающих аппаратов, желобковых и штифтовых. Электропривод состоит из самого электропривода, мотор-редуктора с драйвером. Покажите с той стороны, вот сбоку. Как видите, отсутствуют валы цепи коробки передач. Напрямую с валами соединяется электропривод. И управляется пультом управления. С помощью датчиков движения, которые установлены в колесе, вон там, на ступице колеса, синхронизация осуществляется со скоростью движения. А вот установка норм высева облегчена для настройщиков. Управляется все это вот с помощью вот такого параметра, как процент семян, управляется цифрами. Назовем это процентом. Например, при цифре 100 будет одна навеска. Мы ее можем сейчас проверить в настройке на 0,01 гектара для крупносемянных культур. И есть параметр настройки на мелкосемянной культуры на 0,1, на 0,1 гектара. Потому что там очень маленькая навеска, чтобы можно было взвесить. И со скоростью, которая может устанавливаться самим настройщикам, желательно, чтобы это была рабочая скорость, чтобы поточнее приспособиться потом к рабочей скорости. А в работе, повторяю, синхронизация датчика. А в настройке мы ее имитируем. Вот сейчас мы устанавливаем на 0,01 гектара.
И когда высеется, мы взвешиваем и устанавливаем другую норму высева. Ну давайте сейчас на сотку мы на сотку высеем, посмотрим сколько. Ух ты, опять. На сотку высеем. 100 метров квадратных и автоматически остановится. Производится взвешивание. Мы увидим сейчас количество. Можем посмотреть, что это будет и цифра какая. Вот сейчас мы взвешиваем, чтобы было понятно, как. На одним аппаратом на сотку 177,7 грамма. 180 грамм. Это 280 килограмм на гектар для всей сеялки. И теперь взвесим, изменив параметр настройки, взвесим семена на сотку. Но изменяется вот этот параметр. Допустим, в два раза. 100 на 50. И сравним, какая будет 50. И снова высев идет на сотку. Через 100 метров квадратных другая будет порция навеска и другая норма высева. Проехали мы со скоростью 12 километров. Нужные для этой сеялки 42 метра при ширине захвата. Вот эта норма высева 140 килограмм на гектар, 144 точнее, 89 грамм. Вы можете сами умножить на 16 аппаратов и на 100. Для высева мелкосемянных катушка оснащается таким катушкой для мелкосемянных культур. Но для этого нужно изменить и здесь тоже соответствующий параметр настройки. Поставим вот такой. Вот. Мелкосемянная культура. Тоже 100 метров квадратных. Но там были уже семена, поэтому взвешивать мы не будем. А сейчас просто взвесим. Вот поехали. 100 метров квадратных, 41,6 метра при ширине захвата сеялки, 2,40. Взвешиваем. Умножаем на 1600, вот этот вес. Пять грамм на 1609 килограмм на гектар. Можно поставить 6 килограмм на гектар, изменив вот эту вот настроечку. Вот так. В среднем 3 умножить на 1600, 4 килограмма 800 грамм. Дальше синхронизация, повторяю, осуществляется датчиком движения. Тогда ставится вот здесь режим рабочий, вот трактор, включаем режим, и синхронизация осуществляется вот этим движением, потому что маленький процент, поэтому мы сейчас поставим больше. Вот таким образом. Процент. Там было у нас 50, ну 50. Где мы 140 килограмм сеяли. Вот теперь устанавливается, включается. И в кабине тракториста, у тракториста показана скорость. Показывается скорость движения. Скажите. Учет засеянной площади, учет пройденного расстояния, напряжение электрооборудования трактора. Эти параметры для тракториста способствуют высеву без
каких-либо неприятностей с контролем. Сеялки могут быть шириной захвата не только 1,8-2,4 метра, но и 3,6, 4, 4,2, 5,4, 5,6, 6 метров. Весь спектр по ширине захвата может охватить вот эта система управления электроприводом для управления высевающих аппаратов, валов, катушечных, штифтовых во всем диапазоне и норм, и скоростей, и без валов, цепей, коробок передач. Все отлично. Сеялка навесная. В прицепных сеялках есть еще одно устройство. Вот оно сейчас зафиксировано на кабеле датчика движения, который отключает высев на разворотах автоматически. Поэтому и прицепные сеялки тоже оснащаются всем необходимым для выполнения качественного, удобного посева, эффективного, как навесные, так и прицепные, как только зерновые, так и комбинированные с удобрением. Этот пульт управления позволяет управлять двумя валами для зерновых и туковых катушек с разной частотой вращения, и это значит с разной нормой высева. Все ясно, понятно. Спасибо вам, Александрович. Сегодня у нас 26 августа. Показываю вам сходы пшеницы. Мы отсеяли сеялкой СЗ 3 метра. И здесь у нас посеяна была соя. А ну, с края поля всходы не сошли сои. И вот мы пробовали здесь испытывать нашу сеялку. Здесь прогоняли 2 или 3 раза, сеяли, поэтому междурядие, конечно, не такое, как должно быть. Но всходы, в принципе, вышли отличные. Просевов, как видим, никаких нету. Глубина выдержана отлично. Все равномерно. Каждый рядочек все одинаково восходило. Результатом остались довольны. Так что так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если есть какие-то вопросы, задавайте. На все ответим. Так что так. Всем пока.